Вас вітає програма «Новини регіону» у студії Кристіна Каранкевич. І на початку коротка про некоторые матеріали випуска. Нова скульптура упригожить Клічев та Дажинок. Як скульптор Андрей Вірав'єв створює рог багаття, покажемо у репортажі. Виник польота думок і творчості. Більше як на 2000 пейзажів поповнилася колекція обласного мистецького музея поводле міжнародних пленерів. Плануете выходные? Что обещая надворье? Жнево у Могилевской области практически завершено. Засталось убрать менее за процент площа у збожевых и зернебабовых культур, а так само гречки и проса. Теперешний выник, по поводу оперативной информации, 1 миллион 170 тысяч тонн збожа. Селяне рыхтуются справлять дожинки. До областного фестивалю Кермашу, який отбудется у Кличеве, могилевский скульптор Андрей Вірав'єв робить новую скульптуру. У Кличеве дожинки – это такое символичное свято. И это рог богатца. Это то, что мне придумалось, модель сусвету и, в принципе, символ нашего добробыту. У майстерні скульптора йде робота. Поки рог багаття лепиться з гліни, потім будуть гіпсові форми і кінчатковий варіант зроблять з бронзи. З гетого рога багаття сипеться знайомі сюжети і повсякденні речі. Від в'язкової хати і городських пейзажів з усім світом під крилами бусла до смачних харчів. Це гарбуз, перці, які зліплені з натури, кукуруза, жита у снопі. А далее бульба, без якої белорусы не уявляют себе стол и життё, огурки, молоко, хлеб, яйки и шмат чего інше. Рог багаття можно обходить экскурсией и находить все новые цікавостки. Ну и мясную продукцию представляет колбаска и кумпячок. Андрей Вірав'єв працює уже на четвертой скульптуре, примеркованной до дожинок. Городские студенты, Круглянская подкова, Кировский сноб. И вот теперь рог багаття. Специально для Кличева. Причем рог великий, бо вышиня скульптуры 2,2 метра. И, кроме всего того, что можно докранаться, чего хочется, можно разом загадать некое потаемное ожидание, и таким чином сфотографоваться, тримаючи рог своего счастья. Интервью Андрея Вірав'єва, у яким могилевский скульптор рассказал не только про дожинковский рог багаття и его философию, але и про свои іншие творчие проекты, глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». Мери за економічний рост. Нова ініціатива Європейського Союзу, яка реалізується у регіоні Сходнього партнерства, прийшла на Могилівщину. З її познайомили на семінари, які пройшов у Могилівському технопарку. Реализацию инициативы Европейского Союза «Мэры за экономичный рост» распочали у 2017 года. Проект уже развивается у 6 краинах Усходнего партнерства. 150 муниципалитетов подписали погоднение и працуют над выполнением обязательств, которые на себе взяли. В Евросоюзе сейчас очень много лет уже это было так, что не только на уровне правительства, но тоже на уровне регионов и на уровне местной администрации занимается тоже, скажем так, экономическим развитием. И это главная идея нашего проекта. Як забезпечить економічний рост менавіта на місцях? На такое питання і повинні допомогти отказати керівники проєкта білоруським адміністраціям району. Тут у допомогу, безумовно, депутатський корпус. Вибранникам народу добре зрозуміла мета нової ініціативи. Создание основ для контактов и установление партнерских связей для реализации этого проекта на территории Беларуси. И очень приятно, что на территории, прежде всего, на территории нашего региона. Это может быть помощь, оказание содействия в разработке стратегического планирования с учетом местных потенциалов и ресурсного, и человеческого. Это может быть экспертная поддержка и сопровождение реализации проектов. Это тренинги и возможно, в рамках этого проекта получение и грантовой помощи для создания новых рабочих мест, то есть содействие занятости населения.
Могилевская область не упершиню супрацовнейшая с замежными международными организациями. Выником такой працы, до прикладу, стало заявление у Хотинского завода по переопрацовке смети. Великие сподевания и на новую инициативу. Данный проект мы видим как еще одну возможность нашим регионам получить опыт сотрудничества, получить финансовую поддержку и, самое главное, привлечь самих граждан для реализации новых идей, которые будут способствовать развитию конкретного региона. Удельником проекта может выступать любая администрация. Первым кроком необходимо распрацовать стратегию развития. Что до терминов, то инициатива различена на 4 года. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, новини региона. У суботу 9 вересня жыхары в области смогут традиционно звернуться с питаниями до представников улады. Прямые телефонные линии пройдут у Могилеве и Бобруйску, а так само во всех райвыконкамах в области. Так, у Могилевским облвыконкаме в этот раз вы можете задать свои питания по ценоутворению, экономике, инвестиционной деятельности, выказать пропановы и пожелания у сферы оказания послуг и гандлю, страховой деятельности и развитию будовничного комплекса. С 9 до 12 годин по телефоне 50 18 69 на сувязи наместник старшини облвыконкама Виктор Некрашевич. В той же час у Могилевским гарвыконкаме разобраться с вашими зворотами да поможет наместник старшини Алла Галушка. Но номер телефона 42-21-02. А наместник старшини Бобруйского гарвыконкама Александр Маркачев будет принимать ваши питания по номеру 76-21-41 у Бобруйску. У Крычеве у вынику дорожно-транспортного здарения потерпела 35-годовая жанчына. Как поведомили у Держаутоинспекции, она ехала на велосипеде по краю проездной частки. У гэты момент яе сбил автомобиль БМВ. Жанчына отримала травмы, яе шпитализовали. Супрацовники да и высветлили, что водитель иншемарки не имел права керования транспортным сродком. До інших тем. Больш як на 2000 полотнаў пейзажаў папоўнілася калекцыя абласнога мастацкага музея па выніках міжнародных пленэраў. 22 гады ў Магілёўскай вобласці ладзіцца форум «Вобраз радзімы ў выяўленчым мастацтве». Сёлета ён быў прысвечаны 145-годзю з дня нараджэння нашага земляка Бялынінскага Бірулі. Цяпер у абласным мастацкім музеі імя Паўла Масленікава арганізавана выніковая выстава. У 1996 году первый пленер «Вобраз родимый» у выявленшем остатстве так само присвятили Бялынскому Бірулі. Спочатку это был белорусско-российский проект, теперь международный. По традиции 10 пейзажистов с Беларуси и России починали форум у Тульской области. Там очень сильная энергетика, и он хорошо писал, там писалось Толстому в этой Ясной Поляне. Он любил это место. И мы решили тоже попробовать пописать. А в Белочек мы писали крынки, писали другие пейзажи. Ну, продолжение этого эмоционального, скажем, такого заряда, который получили там и в Ясной Поляне, и в Поленово. То есть там затворили великие, оно как-то через время, оно все дает какой-то импульс такой. Заряжает энергетикой положительной. У пленэры прымают удел мастаки из разных краин, как близкого, так и далекого замежа. На родиме яны вядомые майстры. И хотя працуют яны у реалистичным жанре, у кожного живописца своя отметность, свой стиль. Очень интересный взгляд, на самом деле, с художников из разных стран. Очень необычное представление нашей природы, белорусской. Работают профессионалы, и, сами понимаете, плохого здесь не может быть представлено. 23 пейзажиста по выниках теперешнего пленэру передали музею имя Масленникова по 3 картины. Але еще есть такой момент, когда мастак у денег пленэра. После пленера дурить свои коллекции. И мы этот момент назираем не только сярод белорусских мастаков, але и русские мастаки так само дурить свои мастацкие творы у великой колькости, целыми коллекциями. А про организацию пленеру в образ родимы у выявленшем мастацтве за 22 годы мастацкому музею имя Павла Масленникова удалось замацевать сувязи с разными музеями России, представительствами посольствов Италии, Ирана, Латвии, Китая. Татьяна Сергійчык, Александр Артем'єв, новини региона. Дожди скончились, у день стало теплее. То еще будет, прогнозуют синоптики. Выходные урешті повинны удаться. Небесная канцелярия обещает потепление, правда, только у день. Ночные температуры отповедают все же осеньским. У субботу у день поветра по области прогреется до 23 градусов, первоважно без опадков. У неделю слупок термометра поднимется до 25. Краткочасовые дожди махчимы в особных районах в области. Понеделок 11 вересня так само будет теплым, без истотных опадков. Ночи плюс 12-17, у день до
27, вышэй за нуль. Далей дакладна прагназаваць сіноптыкі не бяруцца, усё ж надвор'е, але спадзяемся, цеплыня затрымаецца. На гэтым я з вамі развітваюся. Дзякуй, што былі з намі. Да сустрэчы ў эфіры.